Для работы нам потребуется репсовая лента шириной 4 сантиметра, органза шириной 4 сантиметра, репсовая лента 0,6 сантиметров, резиночка диаметром 4 сантиметра и серединка. Берем репсовую ленту шириной 4 сантиметра, нам потребуется 2 отрезка длиной 22 сантиметра и 25 сантиметров. Обрабатываем края, отмечаем серединку и будем шить бантик. Ленту длиной 25 сантиметров прикладываем снизу, сверху прикладываем ленту 22 сантиметра. Далее берем органзу шириной 4 сантиметра, нам потребуется по 2 отрезка каждого размера длиной 18 сантиметров и 20 сантиметров. Берем отрезок длиной 18 сантиметров, 20 сантиметров, прикладываем сверху, обработаем. Двадцать сантиметров отрезок, прикладываем к отрезку 18 сантиметров, обрабатываем. Прикладываем к друг другу перпендикулярно, поправляем. И прошиваем. Кончики отрежем. С обратной стороны. Так, приклеиваем с обратной стороны. Теперь берем отрезок длиной 33 на 0,6 сантиметров и 32 на 0,6 сантиметров. Отмечаем серединку.
Теперь из отрезка 32 сантиметра будем формировать такие капельки. Приклеим к серединке кончики наши. Склеиваем оставшиеся детали вместе. Приклеиваем резиночку. И закрываем все репсовые ленты 0,6 на 1 сантиметров. Так, осталось подрезать кончики бантика. И приклеим вот такую вот красивую серединку в виде короны. Вот такой красивый нарядный школьный бантик у меня получился. Обязательно подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Всем пока!